Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Глеб Шибаков, представитель команды «Авиллон». Как сегодня сыграли? Мы сегодня проиграли в один мяч. Почему? Почему? Потому что не забили то, что могли забить, и пропустили. Ну, как я считаю, из-за того, что физически не готова команда, просто нас перебегали в конце, и все голы, по сути, когда нападающий убегал от защитника. Вот, ну, что есть, то есть. Но мы боролись, старались, в принципе. Нельзя сказать, что кто-то не выложился. Кто сегодня был самым лучшим в вашей команде? Вратарь.